Наша команда с 2008 года занимается отделочными работами. И где-то лет 10 мы делали ремонт по чужим дизайн-проектам. И в один прекрасный момент нам стало уже очевидно, ясно, что одни и те же ошибки повторяются из проекта в проект. Это очень сильно влияло на сроки, и встал вопрос, что же с этим делать. И мы приняли решение создать свою дизайн-студию и работать по своим дизайн-проектам. Если у вас нет конкретных пожеланий по стилю, то дизайнер подберет картинки и на этих примерах уже с вами обсудит ваши пожелания. Например, где-то вы скажете, что вам нравится цвет стен, где-то цвет пола, где-то какой-то декор, вазочка. И из этих пожеланий уже соберется у дизайнера целостная картинка, что вам можно предложить. Над вашим проектом будет работать целая команда, начиная от администратора проекта, замерщик, руководитель проектов, визуализатор, сам дизайнер, руководитель проектов, а также технический специалист, главный инженер, который проверяет технические моменты по вашему проекту, чтобы этот проект можно было реализовать. Да, вполне можно. Мы масштабируем в программе планы. Главное, чтобы там был хоть один размер, от которого мы можем пойти. И дальше мы уже разработаем планировку, и как только будут получены ключи, будет доступ на объект, мы проведем замеры и подкорректируем чертежи. Три вещи. Это техническая часть, это планировочные решения, инженерия, электрика, сантехника. То есть при помощи этих планов можно построить грамотный проект, эргономичный и безопасный. Второй момент. Это визуализация. То есть у вас еще ничего не готово, но на этом этапе вы уже будете понимать, какой проект у вас получится. И третья часть – это спецификация. Будет полный перечень чистовых материалов с ссылками на производителя, посчитаны точные объемы, и вы будете понимать бюджет вашего мероприятия. Да, вполне. Мы работаем онлайн. Во-первых, это позволяет не тратить время на встречи. Все обсуждения мы проводим в формате чата, либо по телефону, созваниваемся, показываем экран, и это позволяет сделать проект в любом городе. Мы разрабатываем дизайн-проект так, чтобы уже было понимание, какая мебель будет. Это очень важно, от этого отталкивается планировочное решение. В спецификации, которая идет в конце дизайн-проекта, будут ссылки на производителей, либо на магазин, где эта мебель продается. В среднем это 2 месяца, но тут все зависит от площади квартиры, от вашей вовлеченности в проект, потому что нам необходимо получать обратную связь. Но при этом через 2 недели после начала мы уже можем выходить на стройку, так как первичные чертежи к этому моменту готовы. Это планировка, монтажные планы, планы по электрике. Конечно, наш проект продуман до мелочей, в него входят и планировки, развертки по стенам, а также расположение всех инженерных систем с полными привязками. Итоговый проект вы получаете в PDF-формате. Это альбом, в котором 60-70 страниц, где полностью есть вся информация по вашему проекту. Это и визуализации, и все чертежи, и ведомости с отделкой, где вы можете увидеть все материалы, из которых состоит ваш проект. А также 3D-тур вашей квартиры, которую вы можете отсканировать и посмотреть либо на телефоне, либо на компьютере и погрузиться в атмосферу вашей квартиры. Обязательно мы всегда приглашаем наших потенциальных клиентов на действующие объекты, а также на готовые, где мы реализовали ремонты у наших заказчиков. Они с радостью покажут вам объект в том районе, который вы скажете. А также на нашем YouTube-канале вы можете посмотреть все наши проекты, которые мы реализуем и постоянно выкладываем на канал. От вас потребуется немножко открытости, потому что в первую очередь мы начинаем с опросного листа. И там вопросы составлены таким образом, что при его заполнении мы уже поймем ваши потребности, пожелания, основные сценарии жизни в вашей квартире. И благодаря вашим ответам мы сами разработаем вашу идеальную квартиру. Конечно, есть. Все зависит от сложности проекта, от его объема. И также у нас сейчас действует акция «Дизайн-проект в подарок».
То есть если вы заказываете у нас ремонт по нашему дизайн-проекту, стоимость дизайн-проекта мы возвращаем вам обратно. У нас 8 дизайнеров, все работают в разных стилях. И не было еще ни одного случая, чтобы мы не удовлетворили изысканные вкусы наших заказчиков. Пару слов про авторский надзор. Сторонние дизайнеры разрабатывают дизайн-проект, делают его сырым. И после того, как он выходит на стройку, выводят заказчика на авторский надзор, а это 30-40-50 тысяч в месяц, и доделывают свою работу в процессе ремонтных работ. Наша команда делает на старте хороший дизайн-проект, который не требует корректировок. Заказывая у нас дизайн-проект, вам нет необходимости брать такую дополнительную услугу, как авторский надзор. Заказать дизайн-проект можно по ссылке в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!